5 февраля примерно в 11:00 в прокуратуру поступила информация о взрыве мины на территории села Гюярх Тартарского района. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской республики, в результате житель города Тартар Азер Ахмед Углу Мамедов 1966 года рождения подорвался на мине, когда пас животных. Он получил травму левой ноги и был доставлен в больницу сотрудниками полиции. В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, проводятся другие необходимые следственные действия. По факту начато разбирательство. Напомним, что за последние сутки это второй случай подрыва на мине мирного жителя. Накануне 4 февраля в том же Тартарском районе в селе Газылуба житель села Городоглы Гасанали Алиев стал жертвой заложенной армянами мины. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.